и не грустите, в жизни все будет хорошо, так что просто с ума сойти. Сегодня я слышал еще один. Господи, все, меняют, не меняют. Ну, перехожу с одного уровня на другой, как и вы. От жемчужиного до алмазного, потом бриллиантовый и в финале Басков. Мне вообще безумно приятно сегодня выступать для вас. 7 лет – это прекрасная дата. И я безумно горжусь, что из огромного количества прекрасных, великолепных артистов, которые есть на нашей эстраде, вы выбрали лучшего. Спасибо вам огромное. Надеюсь еще и на подарки вашей продукции. Я пользуюсь всем. Все пью, все вбиваю, все разминаю. Я с годами, видите, все лучше и моложе. А если бы я употреблял вашу продукцию? Ну вот, так что, дорогие друзья, мне вообще приятно, что у вас сегодня потрясающая энергетика. Вы эмоциональны. Вы в буфете были, нет? Да? Вот, первые ряды точно были в буфете. Да, вы сексуальны, вы безупречно все сексуальны. Особенно у девушки, которые в первом ряду мне с декольте стоят. Я просто теряю сознание, потом подарите мне значок «I love Tiande». Хорошо, давайте прямо сейчас. Я одену. Да. Ну, прикали мне, прикали. О, ну как? Стране. Натуральный блондин у вас всего? Один! Выше руки все! Выше! Мне совсем не надоело ведь играть, гулять, влюбляться и читать газеты слева. Ну как бы за меня не ели, и пускай волнуют прессу, с кем живу на самом деле, с кем живу на самом деле. Вязался мной натуральный блондин на всю страну.
Снова рейтинг бьет рекорды. Я опять пою тянде. Интересно же народу. Ну как я целую Волочкову? Ну и что за то на сцене? Я сгораю без остатка. Перед вами, перед всеми. Вот вся тайна и разгадка. Вот вся тайна и разгадка. Выше руки со мной. Натуральный один. На всю страну такой один. И молодой, и заводной. И знаменит, и холостой. Натуральный один. На всю страну такой один. Ищу тебя, моя звезда. Мы будем вместе навсегда. Будем вместе навсегда. Андрей, вы же вице-президент, да? Точно, правильно? Посмотрите, в Тянде тоже есть свой обалденный, сексуальный, потрясающий блондин! Кстати, почему я не рекламирую вашу продукцию? Вот видите, уже значок одел. Я скоро в тур собираюсь в следующем году. Я мог бы на поезде, представляете, ехать по всей России. В Казахстан заехать. Еще куда-нибудь, и написано «Басков любит Тянде». А внизу «А Тянде любит вас всех». А, вы подумайте, пока я не так дорого стою. Но я вам желаю, чтобы в вашей жизни не было никогда печали, и только радость и потрясающее настроение.
что хочешь, завязав глаза, пойди со мной. Не было бы печали, если б любил другую. Я по тебе скучаю, я по тебе тоскую. Знай бы еще в начале, что полюблю такую. Не было бы печали, если б любил другую. Уже Крохос, я думаю, сейчас взорвется от ваших эмоций. Я еще раз хочу поприветствовать всех и поблагодарить всех, кто сегодня находится в этом зале. Все те, кто является одним целым, одной большой, притягательной, красивой, умопомрачительной компанией. Вы не только несете в мир красоту, добро, счастье, но самое главное, вы объединены одной целью. Вы одна прекрасная семья. Это большое счастье, потому что никогда никто из вас не будет испытывать одиночество. А я его вообще не чувствую, когда выхожу на сцену и вижу ваши глаза, слышу ваши аплодисменты и вижу ваши улыбки. И во всем пускай будет всегда права, любовь! Тебе ли не знать, что делает Не досталось, нам не осталось.
скажем, красивым дорогим костюмам, красивым девчонкам, парням, музыкантам. И я хочу вам пожелать, чтобы в вашей жизни всегда была красивая любовь, и пускай она у вас будет долгие-долгие годы. Это уже не премьера песни, я ее давно пою, но я безумно счастлив, что для меня ее написали такие выдающиеся мэтры, как Михаил Гуцериев и Игорь Крутой. «Вишневая любовь». Давайте немножко погрустим, вспомним свою замечательную жизнь. Эй, и со мной. Смотрят счастливые глаза, из-под ног убегает земля. Чувства сквозь время голося, целовали любовь ваша. Можете потом взывать. И ночь с луной наедине, ну, укрывали любовь, чуть дыша. И моя вишневая произведение. Это «Золотой граммофон» 2013 года. Давайте сначала так, все. Оу-оу, 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 вы. Дай ноты правильные. Ну, людям. Давай погромче, правильно, погромче. Оу-оу-оу. Все подняли правую руку!
смотрели друг другу в глаза. Я могу дописать эту песню на кисет зал, но куда теряю слова. Все смысле не об одном, сердце горит огнем. Как мне прожить без тебя, и город поет. Ну кто сказал тебе, что любви не бывает, что сердце не тает без тебя, без любви. Чайник закипели. Эмоционально очень. Сколько девушек в зале? А мужчин? Ну отлично. Меня точно на всех не хватит. Поэтому я думаю, что сейчас все мужчины в припеве, наши любимые, дорогие, необыкновенный, самый главный смысл нашей жизни, потому что из-за вас происходит все. И счастье, и трагедия, и победы, и неудачи, как 8 басковых здесь. Это когда же я размножаться стал? А что здесь 8 басковых? А где они? Где басковые? Хоть дайте посмотреть на басковых.
вы Баскова. А кто еще? И вы Баскова. И вы Баскова. Вы все Басковы. А я Николай Викторович Басков Тянде. И надеюсь, что сейчас все мужчины этого зала поцелуют своим любимым женщинам руки! Забыв, как мальчика, смене времен, не торопись эту
он так хорош. Не торопись эту сказку прервать. Он так хорош. Мой нечаянный. Не, ну это плохо. Кому я буду сниться? Но у меня в контракте не было стриптиза. Как мне говорят, Николай, покажите свой лали-лалай, да? А лилалай это же все-таки интеллект. А какие вообще препараты входят в компанию Тянде? В общем, властью, данную мне запрещенными препаратами, мы допеваем песню. Не торопись эту сказку прервать. Он так... Мой нечаянный... Все слова помнят. Немножко о себе, кто не помнит, сейчас выучим. Итак, танцуем диско. Лучший клип года по версии РУ-ТВ. Песня «Николай». Выше руки!